за регулируемым перекрестком выбирай место для разворота. Перекрестком. Это что значит? Что вот? За ним, не на нем, а за ним. На что? Развернуться за регулируемым перекрестком. Это что значит? Проехать его. Ну. А ты хотела на нем развернуться, в нем развернуться, в перекрестке это. Понимаешь? Так ты должна его проехать. Когда тебе говорят, за углом вон, видишь там дерево, за деревом поворот. Ты же не будешь поворачивать перед деревом. Или скажут, вон, видите арка, вот за этой аркой налево, да? Ты же не пойдешь в арку заходить, правильно? Ты пройдешь арку, пройдешь эту, правильно? И за ней повернешь, правильно? Так, подожди. Я туплю что-то. Смотри, я бы проехала, ну, выехала. Подожди, ты идешь по дороге, гуляешь. Ищешь, где там магазин какой-то, да? Тебе говорят, вон, девушка, налево, сразу за аркой. За аркой. Знаешь, такой арка вот есть? Ну, ворота. Ну. Какая-нибудь там арка, какой-нибудь парк, да? Ты же пройдешь арку, а потом повернешь налево, правильно? Да, это я-то поняла. Ну, так же и с перекрестком, что ты поняла? Ну, выбрать место за перекрестком. Проехать его и там потом где-нибудь найти место. Да. Не и найти, все? А выбрать. Ну, выбрать и все. Когда тебе говорят, развернитесь на перекрестке, ты разворачиваешься на перекрестке. А когда говорят, выберите место для разворота за перекрестком, ты его должна проехать, понимаешь? Так, я бы его проехала. И тогда и бы перестроилась ищи, вот и бы ищи. Там и нашла бы. И сейчас ищи. И сейчас ищи. Ты где будешь разворачиваться? Стоп. Вот здесь. Алло. Крутил? Да. Привет. Нет.